Удивительная история Александра Габышева, известного как Саша Шаман, который идет из Якутии в Москву свергать власть. 8 тысяч километров пішки, аби прогнати Путіна. Это что значит? Это значит молнии гнева Бога. Мы идем. И мы идем дальше и дальше. Раз, два, три. Я это не такой простой человек. Я небесный человек, небесный воин. Я думаю, что да, скорее всего, они боятся каких-то вот этих. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Я воин. Умру, но не сдамся. Якутского шамана Александра Габышева. И отныне Путин вам не указ. Живите свободно. Это закон! Ура! Три раза. Айхал! Тут смотри сколько, не меньше сотни людей. Там что? Публичное мероприятие в форме митингов. Это собрание. Органы там битте. За оцепление выходите, пожалуйста. Какое оцепление? А почему, на каком основании здесь оцепление? Давай. Карты, кармашек, ноги, обувь.